мотор. Да, Новый год на подходе, и он уже тут. Поэтому поздравляем с наступающим. Нормально, как мне человек в гости приехал. Ну а как иначе? У меня Дед Мороз уже, все, у меня Новый год начался. Вы сказали, да. Переверни, пожалуйста, Андрюш, видишь, мне ничего не переворачивай, просто покажи елку. Так, вот, елка. К этой елке, которую Лолочка наша нарядила. Мы сейчас будем еще надо, господа. Как такое может быть? Цветов. Дайте вас обнять. Очень приятно, правда, ну это же подарок. Сказали, доставляли вам, да, всего Деду Мороза. Спасибо большое. С мешком подарков. Ну как, ребята, как такое может... Я вот это может быть, самое ценное большое для меня, потому что... Потому что я очень люблю, что я уже понимаю, что там будет. Сейчас мы его ловим. Лоу. Ты представляешь? Ой. Как трогательно вообще. Дедушка Мороз, какой ты прекрасный, добрый. Ну, спасибо. Так, Солнышко, помоги, пожалуйста. Давай фотку сделаем. Ребята, ой-ой-ой. Нет, я просто не ожидала. Если холодным, то... Нет, я же из купели ледяных не вылезаю. Какая красота, посмотрите. Охлажденное пирожное. Боже. Кстати, вы знаете, это Дедушка Мороз, он очень добрый. Он на мои спектакли благотворительные для деток организовывал сладости для участниц. Вот. И в этот раз тоже на воскресенье на спектакле у нас будут сюрпризы для наших.